Республика Беларусь участвует в китайской международной выставке импорта. Мы с удовлетворением видим, что каждый год выставка привлекает все больше и больше международных участников. И это неудивительно, потому что она является очень эффективной площадкой международного взаимодействия. Она предоставляет все необходимые возможности для бизнес-коммуникаций, для установления новых контактов, для развития старых контактов, для обсуждения вопросов инвестиций и всего, что необходимо для того, чтобы обеспечивать успешное взаимное совместное торгово-экономическое сотрудничество. Ну и в конце концов она является тем местом, где всегда можно встретить новых друзей и еще раз обсудить со своими старыми друзьями новые направления сотрудничества. Республика Беларусь в этом году представлена более чем 20 предприятиями пищевой промышленности. Также у нас есть стенд новых технологий, информационных технологий, передовых производств. И, конечно, традиционно на шанхайской выставке импорта у нас представлен стенд китайско-белорусского парка «Великий камень», который является образцом, примером сотрудничества по линии «Шелкового пути». Ну, прежде всего, конечно, мы имеем очень большой и успешный опыт поставок в Китайскую Народную Республику высококачественных экологичных продуктов питания. Для нас большая честь и удовольствие познакомить китайского потребителя с молочными продуктами, молоком, сыром, мясной продукцией и другими продуктами из пищевого спектра. Надеемся, что наши традиционные продукты и новые товарные позиции понравятся китайскому потребителю.